В Дагестане продолжаются масштабные работы по дезинфекциям. Так, Волжским спасательным центром МЧС проведена дезинфекция в Сергокалинском районе. При помощи двух единиц спецтехники спасатели провели санитарную обработку в 6 населенных пунктах. Работа шла в селах Малюкинской зоны. Также проведена дезинфекция в Сергокале, в частности, здания и территории Сергокалинской центральной районной больницы. Напомним, отряды спасателей были направлены из других регионов в нашу республику после личного поручения Владимира Путина в связи с напряженной эпидобстановкой в регионе.